случайно не знаешь, можно ли считать плагиатом вот чужое название? В каком смысле? Ну, например, вот у Кондратьева есть повесть «Отпуск по ранению», которую, кстати говоря, ставит сейчас наш театр драмы к 70-летию Победы. Я лезу в YouTube посмотреть, что же это такое, и вдруг нахожу фильм «Отпуск по ранению». Да. Я туда, а там майор ГРУ, какие-то криминальные разборки. И вот я боюсь, что это такой маркетинговый ход. Путаница, может, маркетинговый ход в большом кино, это называется фальшбастер. Есть блокбастер, да, есть фальшивый бастер. То есть за это не судят, да? Ну, смотря что снять, и смотря как сделать, могут думаю, засудить. Ну, слушай-ка, вот придут люди, захотят посмотреть на майора ГРУ, а его там нет, а это совершенно другое. Вот за это переживаем. Ну что ж, давайте начинать. Об этом и не только мы сегодня поговорим с режиссером, который ставит спектакль «Отпуск по ранению» в Академическом театре драмы, Ирина Зубжицкая. Здравствуйте. Что же увидят зрители? Они увидят майора ГРУ или они увидят повесть Кондратьева? Да, что ставите вы? По какому, скажем так, на какой материал нам ориентироваться? Я ставлю по пьесе, которая является инсценировкой по повести Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению». Майор ГРУ там точно нет? Нет, потому что фильм по произведению Кондратьева «Отпуск по ранению» называется «Брызги шампанского». То есть такой фильм есть? Есть. Ага. Хорошо, будем знать. Да. Посмотрим, обязательно посмотрим. Мы очень рады, что вы появились в нашем городе вновь, потому что периодически вы здесь бываете. У вас уже давняя дружба с нашим театром «Зоопарк». Да, собственно, это не театр даже, а небольшой совсем театрик. А еще, если точнее, это Лёва Харламов и Олег Шапков. Вот как-то с ними у вас сложилось все с самого начала их существования. Вообще, расскажите о том, как случаются вот эти самые театрально-режиссерские дружбы? Как-то просто они случаются. Люди находят друг друга. Я приехала ставить, и, по-моему, я второй спектакль ставила в драме, это было давно. В 2002 и 2004 году. И ребята тогда работали на радио уже, не по театрам. И они пришли и сказали, вот мы хотим случай в зоопарке. Еще из училища. Это мечта. И я их сначала подговаривала, а потом думаю, ну ладно, раз хотят, надо сделать. Мы поставили сначала, сделали «Что случилось в зоопарке» по пьесе «Олби». Вот. Дальше «Больше», дальше «Москва. Петушки». И это как-то в систему превратилось. Вот. И это, я считаю, прекрасная дружба, которая дала очень много мне. Там за... Ребят, я не буду говорить. Но мне она дала много. Прекрасных воспоминаний. Ну, кроме того, что это, ну, скажем так, игра в какой-то комфортной обстановке и с людьми, которые близки по духу. Что еще? Они хорошие мастера, они, скажем так, пластичны, из них как-то можно было что-то сделать. Что как режиссер вас... Ну да, мне кажется, что они хорошие артисты оба. В первую очередь Олег и Лев. Олег Шапков и Лев Харламов. Там же и другие люди встречаются, ну, в да, театре «Зоопарк». Да, да. Вот. Потом они, в общем, очень ответственны по отношению к профессии. Настолько ответственны, что в первый раз меня это даже удивило очень. Я приехала по поводу, что случилось в зоопарке. Дело происходит в Америке, и там главный герой идет по саду, по парку «Централ» в Нью-Йорке. И первое, что они сделали, так, вот эта карта Централ-парка, вот здесь он живет, вот этот дом столько этажей, вот здесь он мимо прошел, вот в на этих словах он вот сюда. То есть, понимаете, люди такой дополнительный объем поднимают. Когда мы делали «Москва. Петушки», я приехал, мы договорились, они делали рыбу-инсценировку с Алекс с Левой. Я приехал, они уже съездили по этому пути. Знали, про что они говорят. Они с реквизитом ездили по пути. Нет, в образах и с реквизитом. Они ездили с записными книжками, все записывали. Вот. Ну, то есть, как бы, это артисты, которые готовятся в первую очередь. Таких сейчас мало?
Ну, скажем так, не все такие. Не все такие. Вот, вот мягко скажем, не все такие. Да. А, вот вы пишете, что не любите современную драматургию. Хотя я вот не знаю, почему Наталья где-то это вычитала. Да где я вычитала? Я специально смотрел... Все вот в том же интернете. У режиссеров кино это называется фильмография. Не знаю, как это называется у режиссеров театральных. Но среди списка ваших спектаклей только, по-моему, Александр Островский из классиков, а все остальное это современная драматургия. Вот, была такая тема. Да, но на самом деле я люблю классику. Вот, но на самом деле. Вот. Нет, дело не в этом. Дело в том, что естественно, как и любой, если смотреть по разделам, классическая драматургия, зарубежная драматургия, там, классическая, современная. Везде есть пьесы, которые хочется поставить, которые не хочется поставить. Вот. А в современной русской драматургии, я бы даже сказала, не русской, а российской драматургии, по какой-то причине много пьес, которые не хочется читать. А почему? Почему не говоря уже о том, что их не хочется ставить. Ну, ну да, как, вот вы берете пьесу и говорите, нет, я не буду это читать. Не нет, хочешь. Почему? Я беру пьесу как? И начинаю ее читать. Так. Дохожу до момента. И здесь артист выходит из образа и начинает нести какую-то пургу, такую чудовищную. Понятно, что это рыба, но это невозможно. Даже прочитать себя заставить. То есть читаешь и думаешь, все. А в основном что? Иди, в основном чернуха иди. В современных вот этих самых пьесах. Чернуха, бытовуха. Что, ну, нет какой-то идеи, вот, ну, я не знаю, которая бы зацепила? Ну, я не знаю. Идеи нет. Раз. Нет внятной истории. Два. Часто ее надо складывать. Неструктурированные произведения. То есть навал, почему я говорю о мусоре, да? Много мусора. Не необязательных слов, а как бы... Да нет, необязательных слов. Это мусор. Для того, чтобы быть якобы органичным, драматург пишет всякую ерунду. Там, это включает в себя и матерные слова. Есть пьесы, где матерные слова родные. Из песни слова не выкинешь. А есть, где этим пользуются как элементом обмана. Чтобы показать, что как бы мы свои, да? Мы тоже ругаемся матом. Ну да. Может, они и ругаются, я не знаю. Я ругаюсь. Ну, не всегда. Да. Вот, хорошо, у нас просто есть сюжет «Человек-подушка». Перед тем, как мы посмотрим его, вот скажите, пожалуйста, идея какая? Ну, идея какая? У вас сколько времени? Нет, коротенечко. Идею обычно можно сформулировать одним предложением. Коротенечко, злобно о добром. Вот так вот, если коротенечко. А давайте посмотрим. Давайте. Театр-зоопарк решил дерзнуть, нарушить табу и поставить пьесу Мартина Макдонаха «Человек-подушка». В результате получился наш продукт. В ролях одни из лучших нижегородских актеров, среди которых два заслуженных артиста – Сергей Блохин и Александр Сучков. Декорации нижегородского художника Александра Лаврова и костюмы дизайнера Марины Печекладовой. Только режиссер приглашенный – Ирина Зубжицкая. Впрочем, с зоопарком она работает давно. Эта постановка уже третья. Это эксперимент и для театра, и для меня. Эксперимент сложный, очень интересный. И у меня есть знакомый, которому я звонила, и он меня спросил, что я делаю, где. Я сказала, что в Нижнем Новгороде, Макдонаха, «Человек-подушку». Он сказал, опа, «Человек-подушку» в Европе смотрят, ну, как бы, то есть непросто. Вот. А в каком театре? Я говорю, в «Антрепризе». Ну, частный театр «Антрепризы». Раздался страшный крик. «Русский театр жив!» Сколько бы ни велись разговоры о том, что в нашем городе приличный современный театр увидеть невозможно, не верьте. «Человек-подушка» – самая современная европейская драматургия в очень качественном исполнении. Пьеса Макдонаха не самая легкая для восприятия. В спектакле есть и ненормативная лексика, и насилие, но есть и хорошо продуманная история. Речь о писателе, в рассказах которого постоянно убивают детей. И он становится главным подозреваемым в деле о реальных преступлениях. Но совершались ли они на самом деле? Или это только литература? Так появляется тема ответственности художника за свое творчество, которая обыгрывается в манере постмодернистской игры.
Мне кажется, это очень правильный ход в современной драматургии. Причем это правильный ход, которого нет в современной российской драматургии. В этом есть определенные европейские корни. Конечно, европейская цивилизация немножко отличается от нашей страны, но я бы хотел идти в ту сторону. Впрочем, двигаться в этом направлении дальше в ближайшее время у театра «Зоопарк» едва ли получится. Лев Харламов честно признается, что эта постановка заставила его погрязнуть в долгах. Но все возможно, если зрители примут этот спектакль. Тем более, что после фильмов «Тарантино» и «Скорсезе», которые сейчас так популярны, «Макдонах» вряд ли напугает. Итак, мы посмотрели сюжет про «Человека-подушку» и продолжаем разговор с режиссером этого. И спектакль, как мы выяснили, да, к сожалению, снят с репертуара. Да. Ну, там, в силу, я не знаю, в силу многих причин, потому что... Да, я думаю, административных. Да, один там живет, другой здесь, актер. Про вас, Ирина. Вы девушка питерская, а работаете очень много в провинции. Спектакли для провинциальной публики, они вообще отличаются от тех, которые нужно ставить для столицы? Потому что вы и там тоже работаете, и в столицах-то тоже ставите. Или люди везде одинаковы? Вы знаете, отличается так же, как отличается мода. Давайте мы оденемся модно, несмотря на то, что нам это ну никак не идет. Ну, например, как это было с Тангейзером в Новосибирске? Пример не очень удачный, мне кажется. Ну, свое мнение на этот счет у меня есть. Потому что речь-то идет о мракобесии. Просто, что бы там ни было в спектакле, может, он мне бы и не понравился. И что? Это вопрос решает публика, которая ходит в театр или не ходит в театр. Тем более, в один голос все говорят, что там музыкальный ряд великолепен. Ну, Вагнер постарался. Другие люди... Это ж надо еще исполнить. Там еще оркестр постарался, вообще Новосибирский театр. И певцы постарались. Они еще и играют. И люди, которые... положительно отзываются о театре, говоря, о спектакле, говорят, что это ужасно интересное решение, и оно вовсе никакого отношения не имеет к провокационным каким-то ассоциациям. Там уже каждый в меру своей испорченности, видимо. Нет, сама ситуация вот эта... Когда в суд идут понукание. Режиссера, ведут режиссера суд и директора... Суд не так страшно. Да уже никого не ведут в суд, во-первых. Ну, суд уже оправдал, да. Прокурор уже отказался от притязаний. Mm-hmm. Не это страшно, а страшно то, что поощряется... Гонение? Какая-то одна сторона только мнений. Почему-то. Но не знаю, мне все равно кажется, что это мракобесие. Вы говорили о том, что, скажем так, не любите современную драматургию за то, что там много слов, которых быть не должно. А вообще, мне кажется, что все патриотические пьесы часто, не все, а часто, они грешат этим пафосом. А пафос что такое? Это, в общем, тоже необязательные слова. Если бы их убрать, в общем-то, ничего бы получилось. А с чего вы взяли, что это патриотическая пьеса? А вот мы хотим разузнать. А разве вы другую накануне 70-летия праздника Победы ставите? Ну, значит, по пунктам. Да, первое. Давайте. Я не знаю, почему театр меня пригласил. Мне это неизвестно. Да. Просто пригласили, и все. Хорошо. Вот. Материал, который мне предложили, в частности, пьесу, мне понравился в том числе и тем, что... Сейчас подобный материал встречается крайне редко. То есть поставить пьесу о военном времени, не о войне, да, а о военном времени. Ну, малые сцены берутся. Потому что там часто есть история человеческая. И в «Отпуске по ранению» это история молодого человека, который попал в жуткую мясорубку. Его на секунду оттуда отпустили, и дальше он начинает для себя делать, как бы непроизвольно, делать для себя какие-то выводы и приходит к решению, должен он туда пойти или можно как-нибудь схилять. Это история искушения. По крупному счету, понятно, что это не будет так, это история искушения. Угу. Поэтому здесь пафос-то ни при чем. Меня вот, например, тоже постоянно что-нибудь доискушает. Я думаю, и каждого человека. Только мы не настолько честны, чтобы сделать правильный выбор. И признаться даже в этом, да, для самих себя. Давайте прервемся буквально. Давайте. На
несколько минут. У нас сейчас рекламный блок. Не переключайтесь. Через пару минут мы снова здесь, в студии. И с нами будет Ирина Зубрицкая. Напоминаю, что это программа «Арс Лонга». Мы сегодня говорим с режиссером Ириной Зубрицкой. Она в театре драмы, в Академическом театре драмы ставит пьесу «Отпуск по ранению» по повести Кондратьева. Ирина, как вы относитесь к тому, что часто в современных пьесах получается так, что от замысла автора остается только одно название и герой, а иногда и название меняется, и настолько там все авторское, и какие-то появляются подтексты, которые вытаскивает автор на поверхность, вернее, постановщик на поверхность. И мне кажется, если бы спросить автора пьесы, он бы был чрезвычайно удивлен. Он бы не узнал свою пьесу. Он бы не узнал свое произведение. Да. Да, не знаю, знал бы Пушкин там, в Борисе Годунове своего Бориса Годунова. Ну, во-первых, наверное, надо понимать, что любое написанное произведение, написанное, напечатанное, как-то зафиксированное, в любом случае подвергается интерпретации. В любом случае. Вот мы с вами разные люди. Я беру, читаю, вижу одно. Вы берете, читаете, видите другое. Вот вы это произведение прочитали, как вы могли его прочитать. А дальше вы идете в театр, чтобы посмотреть не как вы его прочитали, а как другие люди его прочитали. Поэтому я думаю, что интерпретации – естественный процесс, важный и необходимый. Потому что классик, например, там, или автор, он ведь не написал пошаговую инструкцию к пониманию, ну, что он имел в виду. Это понятно. Все так, но тем не менее, вот, в общем-то, ну, скажем так, разбирающийся и в театральном деле, и в кино уважаемый Андрей Кончаловский пишет о глубочайшем разрыве между рядовым зрителем и эстетикой молодых режиссеров, художников, ищущих новые формы. Выработалась форма успеха. Скандал важнее художественной ценности. Вот как вы лично относитесь к скандалу? Примеров скандалов привести можно просто миллион. Ну, там, я не знаю, вот специально, чтобы не обижать наш театр, я просто вспомню постановку в комической опере Берлина, постановку оперы Бизе «Кармен», где Кармен, значит, снимает этот бант и все такое прочее, надевает форму СС, и они вместе с Хосе уходят туда, к фашистам. При этом мы слышим в их исполнении все те же самые арии, чудные, которые, так сказать, как бы... Но форма-то совсем другая. Форма совсем другая. В общем, это как-то много смешных таких было моментов, хотя там они не пытались развеселить публику. Так вот прочли они ее, вот современно, таким вот образом. Кармен стала фашисткой. И я вот думаю, а вот Бизе-то вообще в курсе, что так можно было как-то переделать? Даже если Бизе вертится в гробу, когда ставят его произведение, это ничего не меняет. Потому что, во-первых, должно быть разное, я уверена. И ваш личный выбор. Вы хотите это видеть или вы не хотите это видеть? Так вы пойдете, либо не пойдете. Все. А вот я пришла. Вот я пришла, и дочь у меня смеялась и говорила: «Мама, мне жалко твоих денег». Я говорила: «Ничего, доча, заработаем, сидим, смотрим. Может быть, сейчас тут сверхзадача какая-нибудь обнаружится. Досидим до конца». Вы пошли в театр, видимо, за смыслом. Либо за музыкой. Ну, да. Да, и увидели какие-то ненужные вам смыслы. Так вы ж не пойдете потом. На этого режиссера, либо в этот театр. Пойдете в другое место, где по-другому смотрят на вещи. И это хорошо. Потому что есть люди, которым хочется именно посмотреть что-нибудь такое с ног на голову. И у них тоже должно быть право выбора. Им кажется то, что они видят, тривиальным, как вы сами говорите, пафосным. Да. Почему-то патриотизм вызывает у вас негатив. А ведь он разный бывает. Почему он вызывает у нас негатив? Нет. Не знаю, почему он... Это вы так нас прочитали, мы этого вовсе не имели. В нашей пошаговой инструкции об этом ничего написано не было. Ирина, вот есть... Государственный патриотизм в сегодняшнем времени вызывает негатив также и у меня. Он навязчив. Угу. Он навязчив, агрессивен и глуп. Патриотизм, наверное, что-то другое. Угу. Ирина, сейчас очень много вот в связи с разными тангейзерами и прочими вещами, как, например, там, «Идеальный муж», Борис Годунов и так далее. Возвращаются разговоры о том, что надо бы вернуть худсоветы на государственном уровне. Надо бы вернуть цензурку, а то что-то у нас творцы разболтались публика. У нас. Совсем. Я же вам сказал, это мракобесие. Это все мракобесие натуральное.
Следом идет инквизиция, поэтому я отрицательно отношусь к таким вещам. То есть в этом пользы нет никакой? Какая польза-то? Нет, ну худсовет. Я просто пытаюсь объяснить эту логику, в которой существуют эти люди. Они говорят, что вот в советские времена была цензура, и поэтому художнику нужно было прикладывать усилия, чтобы донести смысл. Тогда родились великие театры, там, Таганка, Современник. А когда все можно, вот оно все можно, вот нам все дерьмо, извините, вывалили, вот вы в нем и разгребаетесь. Вы говорите о столичных театрах, где миллионное население. Плюс еще несколько миллионов туристов, которые все равно купят билеты и пойдут. В репертуарном театре не столичном такая ситуация все равно рано или поздно приходит к тому, что ходит зритель или не ходит на спектакль. И здесь худсовет совершенно не нужен. Сейчас нет худсоветов в театрах? Почему? Есть. В некоторых есть, в некоторых нет. Ну, это такой совещательный, как мне кажется, орган просто. Ну, по-разному. Зависит от того, кто подобрался. Ну да, да. Но тем не менее, вот это некое... Но это не орган цензуры, правильно? Да, да. Это некое... Нет, это орган цензуры. Ну, не знаю. Это именно орган цензуры. Это, наверное, тоже по-разному. Но когда он в каком-то определенном месте, он начинается, кроме государственной цензуры, еще и местечковая цензура. Угу. Что вообще опасно. Голосует зритель. Только. В таком случае мы пожелаем вам, чтобы ваш спектакль... За ваш спектакль проголосовали единогласно, чтобы он был выбран. Мы вам желаем успехов. Спасибо вам огромное. И ждем ваших новых спектаклей в Нижнем Новгороде. Дай-то Бог. Спасибо вам. А сейчас слово Юрию Немцову. Наша постоянная рубрика «Чтение вслух». Гайто Газданов. История одного путешествия. Вы знаете, что вы мерзавец? Почему-то по-немецки сказал Артур. Больше не было произнесено ничего. Артур не мог выговорить ни слова и только сжимал все сильнее и сильнее шею доктора своей рукой в кожаной похрустывающей перчатке. Неподалеку отчаянно и часто, как показалось тогда Артуру, звонил колокол. Доктор уже перестал хрипеть, тело его обвисло, руки опустились в последний раз. Убийство. Обязательное условие детективного сюжета. Если бы эта книга называлась «История одного убийства», все было бы понятно. Однако название другое – «История одного путешествия». И поначалу все очень похоже на путешествие. Володя уезжал из Константинополя один, никем не провожаемый, без слез, без объятий, даже без рукопожатий. Дул ветер с дождем, было довольно холодно, и он с удовольствием спустился в кают. «Ну, поехали», – сказал он вслух, лег и закрыл глаза. Но не засыпал, лишь начал дремать. Из далекой каюты послышалась музыка. Володя силился разобрать мотив и не мог. Как всегда в таких случаях ему казалось, что это нечто знакомое. Потом музыка умолкла, и он задумался, глядя на толстое стекло иллюминатора, пересеченное неправильными линиями дождя. Володя, как и большинство белых мигрантов, бежавшие из Крыма в Константинополь, теперь едет к старшему брату в Париж. Но история не о том, как он на пароходе пересекает Средиземное море или на поезде Европу. Он путешествует всегда и везде, закрыв глаза и слушая далекую музыку в каюте, читая книгу в домашнем кресле, глядя на прохожих из окон кафе, переходя улицу под дождем. В его душе живет огромный мир звуков, красок, переживаний, ожиданий, надежд, книг, лиц, снов, слов, бликов, запахов, полутонов. И в этом мире он находит друзей, таких же, как и он, путешественников. В Париже их оказалось немного. По крайней мере, Володя нашел только двоих. Один из них – Александр Александрович, тоже эмигрант, знакомый Володе по Севастополю. Послушайте, как они разговаривают. Помните этот вечный монотонный мотив? Положи меня, как печать, на сердце твое. Да-да, я вижу зной и песок, и каменный храм, и легкое тело Суламифи под деревьями, горячую ночь, южный воздух. И последняя, самая последняя надежда. Положи меня, как печать, на сердце твое. Но ведь он понимал, Александр Александрович, он хотел остановиться, Володя. Теперь второе.
Помните ли вы, когда и как это началось? Движение, в котором мы находимся. Я вот не помню. Мне кажется, всегда. Точно сон. И медленно летишь во сне. О чем они толкуют, Володя и его старший друг Александр Александрович? Это понятно только им двоим. Очень разные по возрасту, занятиям, образу жизни. Они понимают друг друга с полуслова, потому что путешествуют по одним и тем же тропам внутреннего мира впечатлений, ощущений, воспоминаний. Как и третий человек, англичанин Артур, тот самый убивший темной парижской ночью доктора с австрийской фамилией Штук. Австриец всего лишь посплетничал в узком кругу об одной женщине. Очень плохо, презрительно они отозвался. И Артур, добрый, умный, физически сильный человек, боксер, просто задушил его, как гадюку. За что? Я бы так сказал, за то, что доктор Штук посягнул на мир его впечатлений. О, эти люди, путешествующие внутри себя, не так уж безобидны, как кажутся на первый взгляд. История одного путешествия. Гайто Газданов, великий мастер русского языка. Спасибо большое Юрию. Его выбор всегда очень точен и актуален. Но у нас афиша самых ярких культурных событий наступающей недели. Да, посмотрим с удовольствием. Еще одна неделя позади, впереди полная культурных событий, выходные и будни. Чем порадовать себя в эту уже полноценную весеннюю неделю? Гид по главным культурным событиям прямо сейчас. История, основанная на жизни реальной героини в Орленке. Потерявшая всякую надежду на счастье, молодая женщина по имени Шерил Стрейт, чтобы избавиться от душевных страданий после недавнего развода, смерти матери и романа с наркотиками, решает в одиночку пройти Тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 4000 километров. Ради фильма «Дикая» Риз Уизерспун отказалась от главной роли в «Больших глазах». Занявшая ее место, Эми Адамс получила за этот фильм «Золотой глобус» и была вынуждена свести свое участие в нашумевшей картине «Исчезнувшая» только лишь к продюсированию. Стоило ли оно того, оцените сами. Вот и на улицу фанатов Агаты Кристи пришел праздник. 29 апреля Вадим Самойлов с программой «Все хиты Агаты Кристи». Поклонников группы ждет ностальгический концерт, в котором будут использованы все хиты за время существования коллектива, основываясь на голосовании поклонников группы в интернете. Несмотря на то, что Агата Кристи прекратила активную деятельность, количество поклонников не уменьшается, а неожиданно растет в геометрической прогрессии. Так что стоит поторопиться с покупкой билетов. 27 и 28 апреля в «Арсенале» в рамках программы «Арсенал кино» немецкий режиссер Арне Биркеншток представит два своих документальных фильма «Бильтраки. Искусство подделки» и «Чиндани. Дочь погонщика слонов». Первая киноновинка завоевала золотой приз киноакадемии «Лола» за лучший документальный фильм. «Бильтраки. Искусство подделки» – кино о художнике Вольфганге Бильтраке, который умело создавал фальшивые картины, копии полотен великих художников и выдавал их за оригиналы. В картине помимо самого мистификатора и его жены Хелены принимают участие представители крупнейших аукционных домов и галерей, ставших участниками и жертвами этой крупнейшей за последние 100 лет аферы на рынке искусства. Как ему это удавалось, 27 апреля раскроют в «Арсенале». И еще немного музыки можно ухватить в Нижегородской филармонии. 25 апреля с нашим симфоническим оркестром солирует лауреат международных конкурсов, участник программы «Звезды 21 века» Лукас Генюшас, пианист. В этом году 175-летие со дня рождения Чайковского и мечта многих музыкантов, чтобы в этом году вся страна зазвучала музыкой Петра Ильича. Это был лишь примерный план культурных событий на предстоящую неделю. Вам остается посетить самые яркие из них и набраться весеннего вдохновения. До встречи! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе и на сайте nntv.tv. Программа называется «Арс Лонга». Она в эфире ННТВ каждую пятницу в 18:20. Всего хорошего. До встречи.